жизни и в смерти мы восславим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь?
Видимо, это вход в замок. Ладно.
что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О! Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо! Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Держись. Надо действовать. Скорее. Идем! Скорее! Скорее, скорее! Побыстрее ты не мог! О, да ерунда! Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Тихо, не ори, они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, Бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан.
Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. Сюда. Вот сюда. Все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блядь! И ты впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в... Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рвал. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. Жизни и смерти мы вас славим, Мать Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что такое творишь? Леонардо, ты что, тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Ah!
отец. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться. Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись, залезай. Идем. Спокойно, постарайся не дышать дымом. Итан, ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава Богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить! Их там много! Эй! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет. В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет! Отец мертв! Это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Oh!
Давай там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Я не понимаю. Бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Что это было? Смерть настигла их всех. Thank you.
Лишь кровь и смерть, да? Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? О, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень довольна. Да не ной ты, почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокал. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше... Отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого ты текста? Итан Уинтерс. Готовься. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Thank you.
Твою мать! Этих психов? Да я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Заходите, Итан. Я раздобыл для вас особый подарок. Thank you.
Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Роза здесь? Ищешь розу? Да, кровь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да, мама. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Ugh!
Отпустите меня! Чокнутых ведьм. Куда они забрали Розу?
мы снова встретим. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично. Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Ну что ж, смело изучайте. Не нравится? По мне, так честная цена. Не обращайте внимания. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Если только посмотреть витрину вон там. Чё покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. Спасибо за покупку, сэр.